David, David. Ну, они так говорят, что с нами будет все хорошо, будем жить как раньше, всем будем жить дружно. Вот. Но я так думаю, что никто не собирается жить там с азербайджанцами, или там у них, как они говорят, интеграцию или что-то там. Нет, лично я и мои дети ни в коем случае не собираемся. Почему невозможно жить как раньше, по-вашему? Ну, потому мы столько плохое видели, слышали. Вот эти войны, уже смотрите, который раз. Не знаю, я не собираюсь. Это вот, это точно. Тому у нас столько крови, они там пересекли. Не знаю, я лично я не собираюсь. И так, остальные наши арцахцы. Не карабахцы, а арцахцы. Никто не останется. Никто с ними не может, не будет жить. Ну, там я спросила у людей, вы будете жить с ними. Были там, наверное, ну, посчитая 2-3 человека, что вот так говорят, что у нас там могилы, мы не можем оставить, а остальные все, как и один человек, говорят, что мы здесь не останемся, мы здесь не будем жить с этими. С азербайджанцами. А если будет Арцах без азеров, точно все обратно уйдут домой. Подписали, дали Карабах. За что отдали Карабах? А? Арцах, это Арцах. Трудно отдаваться. Подписали и отдали. Не взяли. Не дали, чтобы наши солдаты воевали. Сказали, давай, назад. Как же, сейчас мусульманы мартуны уже. Как получается? Вот сейчас звонили, плакают. Говорит, мы не можем выходить. Автобус еще не приехал. Ха. Плачет. Что это значит? Мы в свое время жили, как будто ничего тогда, да? Это было сколько лет, смотрите. 30 сколько лет прошло. Но сейчас, после всего того, что они натворили, после всех тех жертв, вы знаете, какие жертвы у нас там? Молодежи не осталось, мужчин не осталось там. А после всего этого, как может мать жить с ними? Невозможно это. Нет. После всего того, 8 месяцев мы голодные там сидели.
А сейчас что? Будем надеяться, что все будет хорошо. По-моему, у меня творцы выполняют то, что они их требуют сверху. Они сделают четко. Ну, причина то, что мандата нету или что-то такое. Это большая игра, а мы мясо, кушаем мясо. 8 месяцев что они делали, когда мы голодные сидели? Когда хлеба не было в магазине. У нас же магазины, знаете, пустые все, закрытые. Хлеба не было. Последнее вот это время они по талону хлеб давали. Пол хлеба на душу. Пол хлеба. А пол хлеба ребенок за один раз бутерброд ему джем смажешь, покушать и все. За 8 месяцев они даже дорогу не открыли, чтобы продукты привезти. Все лето прошло, ни одного фрукта ребенок не съел. Во войну вот эту начали, ребята в школе, дети в школе были. Мы и не знали, что они могут начать. В школе они были. И как начали, бом-бом-бом-бом-бом, все. Честно говоря, мы до последнего надеялись. Все наша надежда, все наше будущее, все наше оставили там.